Ашане чаще всего я и покупаю. Значит, вот вместо финкриспов, которых нет, я теперь покупаю круазет, тоже ржаные. И вот такие файбер. Они из ржаной муки и с овсяными трубями. Дынный сахар эритрит. Я иногда, если делаю какие-то себе десерты, пользуюсь вот этим. Без сахара купила себе конфеты. Вроде бы они на стевии. Вот такие. Иногда... Купила сухое кокосовое молоко от фирмы «Полезно». Опять же, для кондитерских изделий и десерта. И вот такие вот льняные хлебцы, я их частенько покупаю. Иногда на них паштет можно бросить, иногда сыр. Что касается цен, то, собственно говоря, скидка была вот на эти хлебцы. Рублей, наверное, они на 50 дешевле стоили. Это очень выгодно. И эритрит вместо 269 он стоил 129. И я решила, что надо взять. У меня, в принципе, немножко есть еще, но я взяла-то сегодня его именно из-за выгоды. Второе – это яйца. Яйца – это отдельная песня. Мои взаимоотношения с этим продуктом такие. Я прихожу в супермаркет и начинаю искать самые дешевые. Вот в пачку десяток яиц самых дешевых. Вот такие купила. Они, как правило, мелкие. Они действительно не крупные. Но, ну, беленькие, чистенькие. Все целенькие. Отличные яйца. Знаете, сколько заплатила? 53 рубля десяток. Но это мой спорт. Теперь переходим к овощам. Я буду делать овощное сате, поэтому я купила один кабачок и один баклажан. Один кабачочек весит 430 грамм и стоит 98,90, то есть практически 100 рублей. А вот этот вот, да, они что-то по 220, что ли, были. А вот эти 219 килограмм, вот один баклажан на 50 рублей. Но мне нужно для блюда, которое я задумала. Значит, купила первый раз, купила такой продукт. Редька красная. Ну, все знаем обычную редьку, да, черный верх, белая внутренность. Все знаем зеленую редьку, а вот красную я взяла первый раз. Она на редисочку смахивает. Ну, посмотрим. Для салата взяла, попробую. И дайкон красный. Там килограмм, вот дайкон 119 рублей, а эта редька 79,99. Ну, вот одна редечка на 15 рублей вышла. А этот на 37, на 38 почти. Относительно много помидор. Вот купила розовые помидоры, но их на стол. Мы в основном их в чанах режем вот так. И эти помидоры кусочками. И едим, как бутерброд. А в салат я взяла... Да, вот эти помидоры 110 рублей, вот две штуки. Это розовые, азербайджанские. Вот эти... для салата 200 рублей упаковка. И вот эти вот желтые тоже для салата, тоже около 200, 199. Они обе по одной цене. Так, капуста — это всего по 16 рублей, 16,48. На 40 рублей вот этот кочан вышел. Лук сегодня был в Ашане просто отвратительный. Он мне был нужен. Он у меня был в списке. Но, значит, он стоит 69,99, 70 рублей. Я еле выбрала три штучки, которые вот так не проминаются, хотя бы не совсем гнилые. И последнее, что я купила, это, ну, из овощей, конечно, это корень сельдерея.
Для чего, спросите вы меня? Я его очень люблю жарить. Вот если его мелко порезать, его можно порезать соломкой, можно сделать вот такими слайсами, да, пожарить на растительном масле. В любой салат, можно и так есть, но в любой салат вы добавите, придаст очень пикантный вкус. Советую, если кто-то не пробовал, очень советую. Он стоит там в Ашане за килограмм 169,99, но его надолго хватит. Последнее из этого отдела — грибная охота. Вот такие упаковки грибов этих под названием шампиньон, они тут 250 грамм. Вот такая упаковка 59 рублей. Вот я две взяла. Пусть будут. Я купила еще без косточек маслины со скидкой 79 рублей. Купила вот такое сливочное масло. Вот оно, по-моему, что-то по 180. 82% жирности. Мне показалось, что цена хорошая, но я не знаю. Вологодское лето. Попробую. Горошек дядя Ваня по 79 рублей. Он был со скидкой. Скумбрию взяла. И вот эти огурчики. Они тоже были, по-моему, что-то 99 рублей. Тоже дядя Ваня. Огурчики по-берлински. Мне, собственно, они у меня тоже были в списке, огурцы. Но очень, по-моему, 99. Очень хорошая цена была на них. Я очень люблю вот такую сливочную сметану 30%. Вот. И взяла еще сметанку Вкуснотеево 20%. В готовку или... Ну, или там понадобится для чего-нибудь. Вот что получилось.